Владимир Жириновский, рассуждая о проблемах страны, вспомнил свою родословную. Я внук фабриканта, у нас сегодня дети Шариковых, дети рабочих крестьян, которые забыли, что такое собственность, забыли, что такое собственный труд, чтобы за него биться. Владимир Владимирович сказал, что нужно обращать внимание на элиту, с ней работать, а от рабочих и крестьян, вы сказали, я сказал дословно, появляются только дети Шариковых. Я сам из рабочей семьи, Владимир Львович, я с вами абсолютно не согласен. Значит, я записал дословно. Может быть, да. Ну, я записал. Значит, у нас талантливый народ. Нам нужно бороться с бедностью и решать проблемы образования. И не люди виноваты в том, что часть населения у нас деградирует в связи с бедностью, в которую мы ее загнали за предыдущие 15 лет. Это наша с вами вина. Даже если мы... Вот я лично там 15 лет назад не был в таких... в высоких и важных кабинетах не работал. Мы сегодня здесь, и это наша вина и наша ответственность. Бороться с бедностью, решать проблемы здравоохранения и образования. Это был откровенный, порой эмоциональный и в целом полезный разговор, отмечали по итогам встречи парламентские.